Ох, Лизон. На улице стоит жара. А у вас? Всем привет! С вами снова «Массажная страна». И у нас в гостях сегодня Елизавета. Лиз, привет! Привет! Как дела? Рассказывай, давно не виделись. Что беспокоит, что болит? С чем в целом все неплохо, но спина очень сильно забита. Что случилось? Что произошло? Чем забило спину? Скорее всего, тренировками. У меня давно не было тренировок. Угу. Вот как позанималась, и все прям хрустит. Будем восстанавливать Лизу. Будем делать спортивный восстановительный массаж. Поехали. Поехали. Смотрим спину. Где проблема? Рассказывай. Вот это вот особенно надо прям так в муке. Угу. Поворачивайся к нам. Спиной. И первое, что бросается нам сразу же в глаза, да, то есть очень сильное напряжение в пояснице. Большой прогиб. Лиза как будто пружина, да. Физиологический, да? Гиперлордоз, да, поясничка прогибается у нас сильно вперед, большой тонус в трапециевидных мышцах, широчайших мышцах, квадратных мышцах поясницы. И вот здесь у Лизы очень больно, тонус очень слышен. Будем снимать мышечное напряжение, этот мышечный спазм, и разбираться глубже, да, что нам покажет. Это чисто проблемы спины или поясницы, или у Лизы очень забитые ноги, с чем мы тоже будем разбираться. Поехали. Мы проработали с Елизаветой ноги, убрали напряжение с ног основное, да? Сейчас переходим к основной части. Да? Так больно? Мы видим гипертонус. Да? В области нижнезубчатой, широчайшей, трапециевидной нисходящей мышцы. Ой. Слева. Но справа болевой синдром выражен больше. Область остистых отростков. Спокойно, да? Область вертебральной зоны напряжена. И опять справа ее больше, слева ее меньше. Работаем. Хрустеет, передвигается. Мышцы прям так на таком. Вы бы слышали этот звон. И передвигание каких-то горошек, точек, не знаю, как их. Комочков. С одной стороны, с другой.
Кишмиш делаем. За ее волюнтаризм в фитнес-привете. Разумно дозировано, соизмеримо с состоянием тела сегодняшнего дня. Надо давать нагрузку, чтобы не испортить общее физическое состояние и не потерять форму, да, то есть можно какими-либо упражнениями перегрузиться и, соответственно, потерять свой функционал. Ну, а этого делать нежелательно, да, потому что через день снова тренировка, через боль ходить, заниматься тоже не есть хорошо. Поэтому, если чувствуете, что где-то что-то вам не хватает информации или профессионализма, прибегайте к помощи профессионалов. Вот, например, наш оператор, профессионал своего дела. Довольно? Угу. Лиза тоже? Угу. И Лизе совсем не больно? Нет. А так вот. Волшебные движения, волшебные сочетания. Мон тоже? И ничего не болит. С Елизаветой решали проблему поясницы и ног. В этом сеансе у нас идет работа со спиной. Поехали! Ух, спина у Лизы чувствует капризы. И ужасно больно. Лиза недовольна. Будем мышцу разминать. Лиза с нами не заснет. После массажа на фитнес пойдет. Ты говоришь, какие планы? Сразу в МТБ под рамы. Вес бери соизмеримо.
Лиза, твой выход. Что там было? Чтобы не было, как у Кирилла. Дальше рифма в ход пошла? Сейчас, придумала. В доме были крокодилы. Напоролись они на виллы. Так, ну и что у нас? Правый хук был, да? Груша пострадала? Я не знаю, как груша, а Лиза точно страдает. Кстати, дорогие наши подписчики, напишите в своих комментариях, как часто вы прибегаете к помощи массажистам и специалистам в работе с телом после своих тренировок, после тех моментов, когда вы чувствуете, что возникла проблема с телом и с мышцами, да, и как часто вы ее решаете, какими способами помогаете себе. Ждем ваших комментариев, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и до встречи! Ох, Лизон! Долго ли хватило того эффекта, которого мы достигли? Я уж не помню. А на улице стоит жара. А у вас? В квартире крокодилы. А у вас? Батл не получается. В доме моются машины. В доме моются машины. Наномойкой. Без причины. Катается ромбовидная, малая и большая. Это как спазмы катаются? Ну, мышцы, да. В гипертонусе, да. Поэтому вот она сейчас. Тонус снят. Да? Более такая однородная, да, так растекается, да. Тонус. По ребрам часто тоже катается. У нас высокие мышцы, спазмы, поэтому воздействия на нее такое ощущение, что наш гуд на канат, да, воздействующий по ребрам, создает эффект.
Кайфую. Наступил момент. Без болезненных ощущений, да? Угу. Это бонус. За терпение. Угу. Для повышения настроения. Было веселее. Это бонус от массажиста. Лиза. Сейчас точно надо лицо заснять. Мне же по ногам мурашки пошли. Вы видели? Кирилл, нарисуешь там это? Как мурашки бегут по ногам.
шеи хрустит. Сейчас хрустнем. Просит. О, видели, во, ты видел? Тык-тык-тык-тык-тык.